Знаковое событие для всех нижегородских автомобилистов. Сегодня было открыто движение по новой дороге Неклюдово-Золотово. Эту дорогу должны были закончить только в 2021 году, но губернатор Глеб Никитин добился того, чтобы строители закончили работы на год раньше запланированного срока, и сегодня он торжественно открыл эту дорогу. На счет три. Раз, два, три. Движение по автомобильной связи. Прошу считать официально открытым. Объект очень сложный, он содержит 5 путепроводов над железной дорогой, то есть это все время согласовывать так называемые окна. Очень тяжелые грунты, мало песка, который, в общем-то, необходим в больших количествах, он достаточно далеко. Это была огромная проблема, отравляла жизнь по-настоящему. Я помню обсуждение этого объекта с первых дней, когда я был в Нижегородской области. Очень много нижегородцев, борчан, северян говорили о том, что в этой пробке стоять невозможно. В конечном итоге при поддержке федерального правительства эта проблема была решена. Проект попал в комплексный план модернизации транспортной инфраструктуры. Это один из национальных проектов. По контракту срок завершения строительства вообще октябрь 2021 года. То есть контракт мы опередили ровно на год. То, что федерация поддержала нас финансово, кстати, последнее необходимое для того, чтобы мы сегодня встретились здесь, решение было принято премьер-министром Мишустиным. С опережением было выделено финансирование в размере 1 миллиарда рублей на завершение этих работ. И все проблемные точки мы будем последовательно разрешать, расшивать, чтобы нижегородцам было удобнее и комфортнее ездить по нашим дорогам.